можем больше ждать, ты понимаешь? Конечно. У нас одна цель. Война принесла достаточно бед. Нельзя допустить, чтобы в нее втянули Самос. Я согласен с тобой. Ты? Я надеялся, ты уже уплыл. Сейчас не время. На нас напали. Будь проклята эта война. Кто на этот раз? Афиняне или спартанцы? Нет, это были последователи Ареса. Слава богам, с тобой все хорошо. Ты не заметил ничего подозрительного? Странные корабли, людей, которых раньше не видел? Нет, все как обычно. Даже немного скучно. Вы слышали о последователях Ареса? Только название. Кто они? Их волнует только одно. Война. Ты думаешь, они здесь, на Самосе? Они напали на нас. На Самосе творится что-то неладное. Надо все выяснить. Согласен. Последователи Ареса здесь не просто так. Тогда тем более тебе лучше уехать. Мы сами со всем разберемся. Это и мой дом. Я не уеду, пока все не выясню. Не стоит. Тут слишком опасно. Но он же со мной. Верно. Идем, мистер. Этот глупец хочет остаться. Пускай. Не очень-то помогли. Что-то не сходится. Очень странно, что они оба ничего не знают. Думаю, они что-то от нас скрывают. Но зачем? Это нам и нужно выяснить. Что дальше? Если они на этом острове, то точно не в городе. Тут есть одна пещера, где я играл в детстве. Проверим там. Пойдем.
пойду за тобой, но сперва нужно... Убить всех, кто внутри. Да, именно. Так вот, где они скрывались. Твоя догадка была верна. С ними покончено. Осталось выяснить, что они затевали. Нужно осмотреться. Никогда не видел таких монет. Они из Персии. Доспехи афинян и спартанцев. Жители никогда не поняли бы, кто на самом деле напал на остров. Здесь указаны имена. Все эти люди – влиятельные жители Самоса. Но... в списке нет Местора. Последователи Ареса интересует поэзия? Вряд ли. Постой. В таком же стиле обычно пишет Феодор. Откуда у них его стихи? Какие сентиментальные. Это же... печать моей семьи. Значит, украли. Она была слишком хорошо спрятана. Кто-то отдал ее. Страшно озвучивать мысли о том, что тут творится. Это твой дом и твой народ. Говори как есть. Похоже, персы хотят захватить Самос. Думаю, они готовят что-то более масштабное. Согласен. Но меня пугает совсем иная перспектива. О чем ты? Сомневаюсь, что персы действовали в одиночку. Мне кажется, им кто-то помогает. Кто-то со связями в Империи? И влиянием на Самосе. Кроме меня... есть только два человека, что могут быть виновны. И в том, что случилось, и в том, что случится. Геродот. Учитывая все, что ты нашел, видел и слышал, скажи, кто же предатель? —
Это Феодор. Он служит персам и привел сюда последователей Ареса. Горестно признавать, но ты, скорее всего, прав. Что ты... будешь делать? Сперва поговорю с Феодором. Не пойму, зачем он так поступил. Его могли подкупить деньгами, обещанием наделить властью. Но у него ведь и так все есть. И я бы хотел понять его мотив, но... нам не дано узнать правду. Геродот, ты как будто забыл, что больше здесь не живешь. Ты предал Самос. Мы нашли лагерь последователей Ареса. Почему ты стал помогать персам? Самосцы не заслужили страданий, которые пришлось испытать нам. Или ты забыл, почему мы тогда уехали? Что за вздор? Я столько трудился на благо нашего народа. Хотел освободить его от гнета войны. А ты обвиняешь меня в пособничестве персам? Ты приказал им убить родителей? Или персы сами так решили? Я... напрасно ты вернулся! Феодор! Я знаю, ты любишь брата, но нужно завершить начатое. Да, угроза не миновала. Мы должны защитить Самос. Нам стоит поспешить. Куда? Найти Местора и Феодора. Феодор не мог отдать тем воинам приказ напасть на нас. Местора. На востоке есть укромная бухта, где можно незаметно бросить якорь. Вперед!
Здесь могут быть вражеские корабли. Капитан! Ты в безопасности. Где местор? Приказал запереть меня и ушел. Он явно спешил. Ах, Феодор. Ни слова больше. Я был неправ. Прости. Как только расправитесь с Нестором, уезжай. Тебе нет места на Самосе. И в нашем доме. Ты ведь знаешь, что нужно делать. К несчастью, знаю. Ты можешь остаться. Я все сделаю сам. Нет, нам нужно встретиться. Я хочу знать, зачем ему это. Ладно, ладно, я попался. Как ты мог? После всего, что они для тебя сделали, тебя приняли в семью, а ты их убил. Это трагическая случайность. Поверь, я до сих пор оплакиваю их смерть.
Не верю ни единому слову. Ты предал Самос, своих родных, свой... Мир не делится на черное и белое. Порой людям нужно, чтобы кто-то принимал решение за них. Они дали мне власть над Самосом. Говори, что задумали персы. Самос может стать прекрасным бастионом, разве нет? Зачем обманом втягивать Феодора? Союзников найти непросто, а Феодор хотел помочь. Это уже не важно. Последователи Ареса убиты. Все узнают о том, что ты совершил. Я постараюсь. Да уж, постарайся. Всегда мечтал увековечить свое имя. Но, возможно, ты захочешь повременить с этим. Почему же? Потому что корабли уже в пути. Оставь его. Корабли важнее. Поспешим. Yeah!
Самос спасен. А что, Местор? После неудачи он не получит второго шанса и уж точно не останется на Самосе. Послушай, это из-за меня ты обвинил Феодора. Я просил тебя сделать выбор, потому что не мог решить сам. Ты доверился мне. Я всегда доверяю тебе. К тому же решение я принял сам. Спасибо тебе за все, Алексиус. Без тебя я бы не справился. Кажется, мы провели в море не меньше времени, чем на суше. Может, так и есть. Мы много странствовали. Но теперь меня ждет собственный путь. Конечно. Я рад видеть тебя рядом. Но ты ведь не можешь ходить за мной вечно. Я решил уйти, пока не надоел тебе. Но это так странно. Придется с этим свыкнуться. Куда тебя отвезти? К Афинской пристани. Хочу со всеми попрощаться. Думаю, твой отъезд их опечалит. В Афины! Иногда с трудом верится, что все пережитое нами не привиделось мне во сне. Твои записи, они не дадут об этом забыть. Мир должен знать. В моей голове роятся воспоминания о наших приключениях. Назовешь любимое? Как можно выбрать что-то одно? Ты столько всего мне открыл. Показал бездну тайны загадок, что изменит ход истории. Копье и все, что с ним связано. Атлантида. Культ. Я не один всего этого добился. Ты помогал мне во всем. Как я не замечал того, что было у меня под носом? Замечал. И потому все это и твоя заслуга. А что же лучше всего запомнилось великому хозяину Орла? Ты сам сказал, выбрать что-то одно невозможно. Кажется, мы знакомы вечность, но наши приключения длились не так долго. Я рад, что тогда ты встретил Варнаву у Пифии. Ну вот и все. Я буду скучать по нашим беседам. Но здесь наши пути расходятся. Куда отправишься теперь? В Фурии. И что тебя там ждет? В этом и прелесть. Я не знаю. Думаю, никто не любит непознанное больше, чем ты.
Непознанное существует, пока не найдется тот, кто это изменит. Фуриях, это буду я. Мы еще увидимся. Буду рад, если наши пути пересекутся. Но это будет означать, что о покое нам с тобой придется снова забыть. Что ж, надеюсь, нас ждут новые приключения. Никогда не умел прощаться. Прощание заставляет думать, что мы больше не увидимся. Но кто знает, что будет дальше. Удачи в странствиях, Геродот. Не терпится услышать о твоих приключениях. Я расскажу тебе все, если и ты припасешь пару новых историй. Ха-ха, это несложно. Thank you.
Тебе что-нибудь нужно? Рад тебя видеть. У меня товары отменного качества. Thank you.
Очень рад. Ты нашел гробницу Этиокла. Славно, хранитель. Хранитель, наследница памяти должна отыскать здесь нужный символ. Справится ли она? Думаю, теперь да. Каждый шаг приближает тебя к наследнице. Деймос покажет ей то, что не сможешь ты. Деймос? Как? Придет час, и наследница будет знать. Альтаир-2, я, Алексиус, нашел следующее место. Что ж, отлично. Куда плывем? Гробница Этиопла. Думаю, я знаю, где вход.
Альтаир-2, это Лейла.